Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте! В студии находится Умар Тикеев. Коротко о некоторых темах. Новый корпус поликлиники Черкесска будет обслуживать порядка 22 тысяч человек. В этом году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий республики. Трое жителей Карачаево-Черкесии предстанут перед судом по делу о тройном убийстве. И школьники из Черкесска принимают участие в полуфинале Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Далее об этих и других темах подробнее. Печальная новость. На 64-м году ушел из жизни Евгений Биланов. Евгений Михайлович более 15 лет был главой республиканской столицы, столько же возглавлял Думу Черкесска. На ответственность должности ему приходилось решать множество проблем, искать ответы на самые непростые вопросы. Это было бы невозможно без его принципиальности, профессионализма, желания помогать людям, стремления сделать все необходимое для благополучия земляков. Евгений Биланов искренне любил республиканский центр и прикладывал максимум усилий для его развития, не отступал перед трудностями и сложными задачами. За годы своей плодотворной деятельности он показал себя прекрасным руководителем, настоящим профессионалом и человеком, неравнодушным к судьбам людей и их чаяниям. Горько терять такого замечательного человека. Выражаю глубокие соболезнования близким и родным Евгения Михайловича, всем, кто его знал, уважал и любил, написал в своем некрологе глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Боль невосполнимой утраты разделяет и мэр города Алексей Баскаев, который написал, что имя Евгения Биланова войдет в историю Черкесска, а земляки сохранят о нем добрую и светлую память. 17 февраля в Черкесске пройдет мероприятие «Эффективная занятость» с участием представителей вузов и СУЗов Карачаево-Черкесии. Его участники обсудят вопросы эффективного взаимодействия со специалистами, работающими в сфере молодежной политики, создание механизма реализации плана работы регионального министерства по делам молодежи. Кроме того, участники мероприятия рассмотрят программу развития молодежи республики. Спикером выступит заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов. Мы собираем ответственных за работу со студентами из учебных заведений, с тем, чтобы с ними, с одной стороны, пройтись по проблемам студентов, а с другой стороны, выработать механизмы совместного взаимодействия, при которых мы могли бы попробовать с этими проблемами поработать, найти решение и уже в дальнейшем коммуницировать на таком уровне, при котором решение таких проблем возможно. Очень рассчитываем, что со всех учебных заведений к нам придут участники. Письма мы уже разослали. И в итоге, помимо всего прочего, также хотим оповестить их о той деятельности, которую планируем на этот год, рассказать им о возможностях, которые есть как у них, так и у их подопечных, у студентов, с тем, чтобы они также, ориентируясь в направлениях молодежной политики, могли для себя выстраивать маршруты, треки по включению и вовлечению своих ребят в деятельность, которая предполагается с точки зрения вовлечения в молодежную политику. В этом году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий в 16 муниципалитетах республики. Будут установлены детские, игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также уличное освещение, лавочки и урны. Общественные территории будут благоустроены в Черкесске, это каскадная лестница на спуске в парк культуры и отдыха «Зеленый остров», Карачаевске, аллея по улице Мира, а также Усть-Джугуте, Приградненской, Медногорском, Эркин-Юрте, Апсуа, Хабези, Инжичукуни и Псыже. Одна из таких 12 общественных территорий – это Центральный парк в Усть-Джугуте, победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Еще один победитель в таком же конкурсе – парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Карачаевске, откроется уже в мае этого года. Всего же в нашей республике до конца 2024 года будут благоустроены порядка 500 дворов и 150 общественных территорий по проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».
Новый корпус поликлиники Черкесска будет обслуживать порядка 22 тысяч человек. Здесь предусмотрены все необходимые узкие специалисты. По словам главного врача Черкесской городской поликлиники Зураба Гогушева, плановая помощь жителям республиканской столицы будет оказываться в кратчайшее время. На третьем этаже нового корпуса находится отделение медицинской реабилитации, где пациенты смогут пройти целый ряд процедур. Имеется также компьютерный томограф и дневной стационар на 16 коек. В отделении проводят массаж, лазеротерапию, капельное введение препаратов и многое другое. В текущем году поликлиника получит большое количество нового современного высокотехнологичного оборудования. Благотворительный фонд «Созидание» на средства гранта Фонда культурных инициатив реализовал проект «Страницы века» к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат-Байрамуковой. Он направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов республики путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Фильм – настоящая видеокнига, охватывающая целый век от образования библиотеки до ее нынешней жизни. К слову, именно сотрудники учреждения стали первыми зрителями фильма. Об этом рассказали руководитель проекта «Страницы века» Ася Байрамукова и продюсер Мурат Хутов. Идея создания такого фильма к нам с Муратом пришла в процессе обсуждения столетия Республиканской национальной библиотеки имени Халимат Башчины Байрамуковой. И когда мы начали искать информацию об этой библиотеке, мы обнаружили, что оказывается в интернете очень мало каких-то данных, материалов, и тем более нет чего-то такого, что вот объединяло бы все эти вот небольшие отрывки об истории развития библиотеки. И вот таким образом пришла идея в голову создать фильм. Во время работы над фильмом было интересно знакомиться с сотрудниками библиотеки, и ты видишь их с другой стороны, и видишь, что не просто эта библиотека какой-то особый мир, но у каждого сотрудника, у каждого отдела свой мир, свое видение, своя история. И очень много историй они и личных рассказывали, что некоторые тут и комсомольские свадьбы устраивали, некоторые с детских времен связаны там с библиотекой. В общем, очень интересно. Группа школьников республики завершила обучение в профильной смене «Технолидер» на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае. Ребята с первых дней пребывания в лагере окунулись в загадочную атмосферу исследований и экспериментов. Генетика, микроводоросли и беспилотные автомобили. Вот такой разный «Технолидер» 2023. Образовательная программа рассчитана на ребят с нестандартным мышлением и творческими способностями. Школьники из Черкесска Марк Дорохин из 7-й школы и Мурат Бабоев из гимназии номер 9 Черкесска представляют нашу республику в полуфинале Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Съемки проходят на этой неделе в Останкино. Полуфиналистам, в частности, предстоит продемонстрировать свои знания о жизни и творчестве Александра Островского. Учащиеся 11 классов, победители региональной олимпиады «Умники и умницы» Карачаево-Черкесии в ноябре прошлого года успешно выступили в четвертьфинале. Дорохин завоевал 4 ордена и 1 медаль, Бабоев – 2 ордена и 1 медаль. В Карачаево-Черкесии стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». 12 учителей и победителей муниципальных этапов конкурса покажут свое профессиональное мастерство в конкурсных испытаниях первого тура «Урок и методическая мастерская», которые проходят в эти дни на базе гимназии номер 16. Информацию комментирует заместитель министра образования и науки Фатима Бекежева. Участники стена гимназии номер 16 будут демонстрировать свои лучшие уроки. После этого жюри также будет оценивать педагогическое мастерство каждого учителя. Эти два этапа будут проходить в стена гимназии номер 16 три дня. После этого будут подведены итоги и торжественное объявление победителя. Благодаря соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Карачаево-Черкесии по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в ауле Адыгехабль дан старт строительству новой школы, рассчитанной на 600 учеников. После демонтажа старого аварийного здания до военной постройки в ауле ударными темпами начнется строительство новой, современной и, главное, безопасной школы. Об этом рассказала директор средней школы аула Белла Кохова.
Такая необходимость была, потому что северная сторона, трещина там была большая. В общем, опасность была для здоровья детей и вообще безопасность. Очень большая была, что возможно и обрушение потолка, потому что там бетон, не бетонное перекрытие, а дранка. И поэтому стал вопрос о том, чтобы построить новую школу. Я очень рада, что нас поддержал наш глава республики. В рамках проекта «Народный фронт. Все для победы» и мероприятий единого штаба при главе республики по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей в Карачаево-Черкесии проходит региональный сбор ко Дню защитников Отечества. Это масштабный сбор для бойцов-земляков, финалом которого 22 февраля станет телемарафон в эфире телеканала «Архыз-24». На полученные средства нашим землякам, участвующим в специальной военной операции, будут закуплены необходимые вещи. Чтобы стать участником сбора, достаточно навести камеру на региональный QR-код, размещенный во всех социальных сетях, в том числе и Народного фронта. Можно также передать бойцам на передовую все необходимое через региональное отделение по адресу Черкесска, Ленина, 34, телефон для связи 8-928-027-41-22. Еще раз напомню, телефон для связи 8-928-027-41-22. В Карачаево-Черкесии Министерством природных ресурсов и экологии совместно с Министерством образования продолжается работа по возрождению культуры школьных лесничеств. Практика работы школьных лесничеств, которая существовала в советское время, за последние десятилетия практически прекратила свое существование. В настоящее время на территории республики действует 5 школьных лесничеств на базе школ в Карачаевском, Зеленчукском, Хабесском и Урупском районах. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. Школьное лесничество – это такое добровольческое направление, которое было еще популярно очень в советское время. И вот сейчас, в том числе на федеральном уровне, идет политика возрождения традиции школьных лесничеств. У нас в республике непосредственно самих структурных учреждений лесничеств 5, и на базе каждого созданы именно школьные лесничества. Количество их участников – это уже порядка 100 человек. Совокупно в каждом районе, вот, закрепленные за каждым лесничеством. В настоящее время мы совместно с Академией, с Министерством образования подготовили региональный план развития школьных лесничеств, в который входят и просто просветительские мероприятия, и именно научная часть, вот научно-опытная часть, которая как раз-таки нам могут помочь и подсобить действующие специалисты лесной отрасли и будущие лесники, которых вот выпускают на кафедре. Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из регионального управления ФСБ задержали 2 мужчин, подозреваемых в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции. Во время обследования, снятого злоумышленниками дома, а также из 5 небольших универмагов, полицейские изъяли более 4000 бутылок немаркированной водки. Подробности сообщил следователь Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесии по расследованию организованной преступной деятельности Тимур Чагаров. В результате проведения обысковых мероприятий на территории различных торговых точек и помещений, расположенных в Карачаево-Черкесской республике, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 4206 бутылок алкогольной и спиртосодержащей немаркированной продукции. Согласно предоставленным Министерством промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской республики информации, стоимость изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции составила более 2 900 000 рублей. В настоящее время органам предварительного следствия ведутся процессуальные и разные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов уголовного дела к иным аналогичным фактам, совершенным на территории нашей республики. Трое жителей Карачаево-Черкесии, в том числе действующий депутат парламента республики Марат Кумуков, предстанут перед судом по делу о тройном убийстве, совершенном еще в 2004 году, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. По данным следствия, в ходе расследования установлены 7 жителей нашей республики, причастных к убийствам 3 местных жителей, совершенных на территории Кабардино-Балкарии.
Среди обвиняемых, кроме парламентария, Дауд Тимерлиев и Хасан Хубиев, которые в настоящее время отбывают наказание за совершение ряда других особо важных преступлений и приговорены к 19 и 20 годам лишения свободы соответственно. Двое соучастников, Наурус Черкасов и Аслан Глуов, погибли в 2013 году. Еще двое, Артур Тибуев и Али Батчаев, в настоящее время находятся в международном розыске. Фигурантам дела инкриминируется 105-я статья Уголовного кодекса России, то есть убийство двух и более лиц, совершенное в составе организованной группы, сопряженной с бандитизмом. Отмечается, что в ходе предварительного следствия Кумуков, Тимерлиев и Хубиев признали вину. Карачаевский районный суд рассмотрит дело 56-летней местной жительницы, которой вменяют мошенничество, служебный подлог и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, женщина занимала кресло директора школы одного из сельских поселений Карачаевского муниципального образования. Фиктивно устраивала на работу граждан. То есть они по факту не работали, но зарплату получали. В результате районному бюджету был нанесен ущерб в размере 2 300 000 рублей. Внимание, переезд. Под таким названием на железнодорожных переездах республиканской столицы прошла профилактическая акция по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Ее провели сотрудники Армавирской дистанции пути компании РЖД совместно с инспекторами ГИБДД. Комментирует информацию инженер Армавирской дистанции пути Александр Дюбкин. Мы на постоянной основе проводим такие мероприятия. Из сложившейся ситуации можно понять, вот, допустим, уже по состоянию на 1 февраля 2023 года только в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 2 человек. За аналогичный период прошлого года допущено всего лишь 1 дорожно-транспортное происшествие, в которых тоже пострадало 2 человека. В Черкесске вывели из системы электронной сертификации «Меркурий» 3 тонны курятины, чтобы скрыть подозрительные операции. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа данных системы «Меркурий» выявлены подозрительные операции с 3 тоннами филе цыпленка-бройлера на территории Карачаево-Черкесской республики. Установлено, что ООО «Альянс» из Черкесска поступила продукция филе птицы в объеме 3 тонны. Путем инвентаризации с добавлением акта несоответствия по причине порчи продукции проведено списание. Информация о дальнейшем использовании филе неизвестна, из чего следует, что его могли реализовать торговую сеть без обязательных ветеринарных сопроводительных документов. Управлением Россельхознадзора ООО «Альянс» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Грандиозное событие состоится в Черкесске. С 17 по 20 февраля во Дворце спорта «Юбилейный» пройдут всероссийские соревнования Кубок президента Союза тхэквондо России, в котором примут участие юноши и девушки, а также юниоры и юниорки. Победители получат дополнительную путевку на первенство России. Данные состязания являются одними из самых престижных в российском тхэквондо. Свое участие уже подтвердили команды из 38 регионов страны. В Ставрополе прошел зимний кубок по футболу среди спортсменов 2016 года рождения на призы детского футбольного клуба «Динамчики». Команда детской футбольной школы «Академия футбола Черкесска» заняла первое место. Кроме того, Аляски Шмахов и Шамиль Татаркулов стали лучшими игроками турнира. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, местами снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха -3-8, в горах местами до -14. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавиноопасность. В Черкесске снег, ветер западный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра опустится до 6 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Текеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия.
До новых встреч!